Второй день без автобусов. Представители власти встречаются с водителями автопарка «Семибас», чтобы урегулировать ситуацию. Ввести 3-летний мораторий на снос зданий старше 100 лет. Эти и другие актуальные вопросы и предложения рассмотрели депутаты семьи. В семье продолжат работы в области водоснабжения. В городе реализуют 4 проекта общей стоимостью более 2 миллиардов 200 миллионов тенге. Более подробно об этом и не только смотрите в наших выпусках новостей.